4 спаю. Она была дольше со мной, чем со всеми. Она была дольше со мной, чем со всеми. Она мне сказала об этом сама, и я успел в это время сойти с ума и сделать 2 бутерброда. Я успел за это долгое время. Она любила меня, как никогда никого не любила. Она любила меня, как никогда никого не любила. Мы сумели выкурить по паре сигарет, выпить портвейна и зажарить омлет. Она так долго любила меня, как никого не любила. Когда на стене с улыбкой смотрит Эйнштейн в пространство, на котором любовь и портвейн. Видимо, забавная штука, большая наука. Она смотрела на часы, а я забывал про время. Смотрела на часы, а я забывал про время. Поочередно то на стрелке, то в зеркало глядя, она сказала мне, кстати, что зовут ее Надя, что она была дольше со мной, чем со всеми. Это парадоксы времени старика Эйнштейна. Это парадоксы времени старика Эйнштейна. Относительно всех она была со мной эпоху, относительно меня со мной ей было неплохо. Все это парадоксы времени старика Эйнштейна. Медленно время идет теперь, покуда за ней закрывается дверь. Видимо, унылая штука, большая наука. Она была дольше со мной, чем со всеми. Чем со всеми. Она мне сказала об этом сама. Я успел в это время сойти с ума и сделать 2 бутерброда. Я успел за это долгое время. Она была дольше со мной, чем со всеми. Старика Эйнштейна. Она так долго любила меня, как никого не любила. Элементарная штука, большая наука.